Гранаты с Татарстана. В этом году отцвели 23 абрикоса, 25. Ну, ни хрена себе. Мне вот это поразило, да? 17-й год, 18-й. Так. И что получается? Отцвели? 17, 18, нет. 18, 18, 19. И сейчас они цветут, так? Зависть есть на всех практически. 4-й год. Ну я что, обболтун, что ли? Начинали это с чего? Я сам учился по справочникам. Там 8-10 лет это вбито вот сюда, в башку. Что 8-10 лет. И руки опустятся, ведь кто-то дает, что дурак 10 лет ждать. Куплю привитое, ну, купит. Сдохнут еще быстрее. До плодоношения, как правило, все дохнет. А тут на 4-й год, так, ладно, смотрим дальше. Приятно, Ренат. А, тут знаете, как интересно. На сеянце, на привитых, привитые меньше обрезались при пересадке. Отстают от сеянцев на год. То есть им получается на год меньше. Так. По количеству и размеру лидирует Серафим, ТТТ, Мелитопольский, непривитый и Бай привитый. Эти деревья не пересаживались, остались на месте. Школки. О! На месте. Привитые пересажены 1,5 метра. И зависть на них меньше 2 раза. А курдюмы другие. Вопрос, влияет ли развитие дерева на размер плодов, или они за лето догонят? И я не помню, что я ему ответил. Он мне присылает следующее письмо. Здравствуйте, Валерий Константинович. Сегодня сделал более тщательный обход абрикосов. До этого был занят и одну неделю особо к привитым не привелось. Обнаружил, что на привитых плоды уже догнали, а некоторые перегнали. Ну, сами на вопрос ответили. А то что думали, сеянцы будут это, крупнее привитых? Будут, но редко. Фото с пояснениями отправлю. Схожесть косточек патриарха больше 50%. Отлично. Это вы еще заказали. Молодцы. Продолжают сходить. Скорость была бы лучше, но раскрылся кость, начинают грызть мелкие белые многоножки. Фух, ну что, все, наше время истекло. Нет, еще 2 минутки есть. Вот от я получил письмо от Илюшича Владимира Валерьевича. И показываю его вам. Смотрите, дело в чем. Ссылка на проект. Все, что касается кедровой сосны. И раз занимается человек этим, так, то я считаю, что мой гражданский долг. Вот, взять. Вы это уже сможете открыть или нет, я не знаю. Но я, допустим, попробую открыть. Смотрите. Вот. А так как она будет на экране, допустим, вот так бы вы не смогли открыть. Я просто этого не понимаю. Но как сейчас она будет на экране, так? Вот. То я хочу... А, ёлки-палки. Предупреждение. Ничего это. Ага. Ну, она уже открылась, несмотря на предупреждение. Значит, просто возьмете, кому интересно, почитайте и проголосуйте. Почему? Потому что, наверное, мой долг вас с этим познакомить. Потом остановите, голосовать и так далее. Поняли, да? Вот так, теперь назад пошли. Все, на сегодня все. Мы сейчас, наши 2 часа истекли. Будет о чем поговорить в следующий раз. Но в следующий раз фотографий достаточно. Вот, и мы будем дальше, знаете, как подходить каждый раз с какой-то другой стороны. Потому что это самое с одной стороны, вот, с другой стороны. Это означает, что мы никогда до конца эту тему не раскроем. Именно потому, что в данном случае речь не о том, чтобы написать пункт первый, пункт второй, как у меня было, я с этим попадался. А вы напишите инструкцию по параграфам, и тогда мы опубликуем. Все, друзья, переходим к вопросам-ответам. Я пошел на кухню, 5-минутный...